Да. С вами Михалыч и канал Рыбаков. Ребятки, короче, сегодня мы идем снова добывать еду. То есть будем охотиться на карасиков. И возможно, вроде бы люди говорили, что уже и карп просыпается. Возможно, будет и карп. Короче, погнали, блин, наши гороски. Посмотрим, есть ли тут караси, видно их или нет. Какая видимость. Ой, вода мутная. Мутная. Короче, ребятки, камеру рыбу не нашли. Сейчас будем ее, наверное, забурим пару лунок, там где поглубже, побровочка, и будем ее кормить, подтягивать прикормкой. Может, она придет на прикормку и остановится, потому что в камеру не видно рыбы. Взял я зимнюю прикормочку универсальную от компании Intercril. Специально разработана для холодной воды. Вот ей и будем тянуть рыбоху. Эх, как пахнет приятно. Такой запах не резкий, как раз то, что надо на холодную воду, действительно. Так, друзья, и туда вы знаете, летом я вообще без молотой антарктической креветки из дому не выхожу. Молотая антарктическая креветка, которая называется криль. Молотая, опа, мука. Летом я ей добавляю 100-200 грамм на килограмм прикормочки. Ну, а зимой чуть-чуть поменьше, чтобы сильный запах не давать. У меня такой рыбный запах. Опа! О! Ребятки, как раз бомба. Сейчас она еще чуть-чуть натянется и будет то, что надо. Вот удобно, ребятки, на коленях стоять, блин. И прикормочку замешать, и рыбку ловить. Наколенники шикарные, блин. Видите, какой толщины? Когда стоишь, тебе в ноги не холодно. Когда вода на льду, тоже бомба. Прогмонтаж на коленечки делай. Зашибись. И не только на коленке, ребят. Они и мотыльницы шикарные делают. Тоже пристегнул на ногу. Есть вот такие большие, а есть меньше наполовинку. Удобная штука. Вот так к себе развернул. Видите? Опа. Мне понравилась вот эта большая. Я раньше рыбачил с маленькой. Ну, наполовину меньше вот этой. Ну, в большой удобнее мотыли доставать. И две порции забросил, видите, 2-3 порции мотыля отлично там сохраняется. Прогмонтажи красавчики. И, ребят, там мембранка идет, видите. Они с мембраной идут. То есть в любой мороз у вас мотыль не будет замерзать. Тепло от ноги поступает, и они там не замерзают. Ребятки, будьте очень внимательны, потому что очень много подделок на криль. Что только не продают. Разную костную рыбную муку. Пишут криль, блин, и это парь. Да люди потом пишут, что креветка не работает. Ребят, так что будьте внимательны. Настоящую молотую антарктическую креветку делает фирма Интеркриль. Обратите внимание, вот такой пачке она идет. И настоящую вы всегда купите по ссылочкам внизу под видео. О, и теперь по маленькому такому шарику бросаем каждую лунку. Глубина где-то 1,5–2,5 метра. Вот по одному шарику раз. Пошли дальше. Сейчас лунок 5-7 закормим, а потом будем ходить и смотреть, зашла рыбка или не зашла. Чук. Первая луночка, ребятки, где прошли караси, ну, на закормленном месте. Ну, класс. Вот, смотрите, как смотрят в камеру, видите? Вода мутная, они мутят.
Смотрите, как приплывает, заглядает. Смотрят, подсматривают. Карасики. Ну, все, бомба, зашли. Все-таки на прикормку зашла рыбка. Тусячат. Видите, как тусячат. И дофига их там. Ага, даже камеру не боятся. Так, крылями обожрались. Красавцы, красавцы, поразбегались все. А тут окунь приплыл посмотреть. Смотрите, ребятки, окушок какой. Хоть и плохо видно, но все равно на карасиков нет. Окушок проплыл, хулиган. Это уже в другой луночке. О, а вот и карась появился. Это тоже закормлен. Смотрите, какой красивенький карась. Приходят посмотреть, что это там происходит. Типа, мы тут жрем крылей, а нам мешает их жрать кто-то. Какой-то глаз тут посматривает за нами. Слышь, я там уже и прикормки не вижу. Они то ли размели, то ли не видно ее. Так, ну что, где там? Где там наши удочки? Опа-на. Карпа не видно. Но все равно на карпа тоже поставим одну. Шук. Что мы тут? 0,12. Я в прошлый раз ловил лесочку. Возьмем одну 0,12. Да? Или две 0,12. И одна у меня вот собрана монстроудочка 0,2. Ёкарный бабай. Так, 0,2 оставляем. Две удочки, будем на две ловить. Я же говорю, одна монстроудочка на карпов и 0,12. Так, ребятки, вот такие у меня обычные удочки. Я уже не понял. А, в Черкасах я покупал когда-то в магазине. Оп. Классно тем, что они маленькие, места много не занимают. Как называется, хрен не знает. Какие-то безыменные. Опа-на. Рез, иди сюда. Ну, вроде бы прикольная хрень одна. Так, у меня тут можно ловить и на кивочек, и на поплавочек. Если там стопорка с поплавка я достал, будем на кивок ловить. Так, 0,12 леска. В этом сезоне я намотал. Это новая леска джексоновская. Джексон Этернум называется. Тут тоже 0,2 мм. Тоже Джексон Этернум. Опа-на. Заряжаем первую. Первую заряжаем 0,12. Что тут наши мотылики? Шмотылики. Пойдет. У меня тут маленькая мормышечка самодельная. Между прочим, ребятки, тоже мормышки заказывал я у мастера на крючочках Гюрза. Гюрза Соде. Вот только не помню, то ли 8, то ли 10 номер. А может даже и 12. Блин, уже не помню, какие я номера заказывал. Оп. Одеваем штуки 3 мотыля. Раз. Оп. Два. Три. Да даже 4 оденем. Пускай жрет. Вот так получилось, ребятки. Хопана. Ну что, поехали за едой, за карасиками. За карасиками, чебурасиками. Тут глубина небольшая. Тут вот мы возле коряжек накормили. Здесь примерно где-то около метра. Но карасики позаходили сюда. Позаходили, кушают там нашего крыля собаки. О. Раз. И будем ловить на кивочек. Вот так. Загибаем кивок. Мормышечка на дне лежит, видите? О, четко на дне. Проверяем, да, выравнивается. Оп. Есть такое. Хопана. 0,2 леска. То здесь я без кивка. Кивок не надо. Здесь будем четко с поплавочком ловить. И здесь крючок посерьезнее идет. Здесь я ставил карповый, но тоже не помню какой. Если я найду какой, я картинку вам прикручу.
карповые гирзовские крючочки. Такие, видите, такие, блин, бомба. И тоже самодельная мормышечка. Сюда надо с помощью пучковяза. Крючок толстый, и мотыль будет давиться. То мы сейчас с помощью пучковяза сюда хорошенький пучок оденем. Я пользуюсь пучковязами компании Orange. Бомбезные пучковязы. Недорогие, работает шикарно. Во, видите, как они, чик-чик. Одеваем сюда резиночку. Они идут с резинками, но есть и отдельно резинки продаются, если вам надо будет дополнительные. А они надо будут весной, надо будут карпа ловить там на всякие мотылыки, на всякие там пелицы. Вообще бомба, кто придумал пучковяза, честь ему и хвала. Вот так одеваем резинку сюда, раз. Во, видали? И набираем. И под резиночкой теперь набираем побольше мотылок. Вот так, раз. Хорошенький пучок. Карпы любят, чтобы много было. И резинку под крючочек. Так. Опа! Все, мотылыки наши, смотрите, на крючке. И сам крючок. Кто любит закрывать жало, а мы, если на Днепре, то можно не закрывать, а так, то на малых реках, всяких ставках, то я жало закрываю. Хотя он там уже жало и само закрылось, видите. Но все равно сейчас дополнительно поставим туда мотылика. Так, раз. И жало закрыли. Опа-на. Пошли за карпами. Я говорю, а вдруг какой-то карпуша подрулит. Или хорошенький карась. Ну пускай будет заряженная одна карповая удочка. О, одна карасевая и одна карповая. Если где-то карпа найдем, то будем потом... У нас уже будет готовая удочка. Оп. О. Дно есть. Плавочек ставить это примерно 2 сантиметра от поверхности воды. Ну, я так выставляю. Он немножко глубже. Опа-на. Сейчас мы его поставим. О. Все, бомба. Осталось рыбке только клевать. О, ребят, смотрите, уже и клюет. Ну, давай. Блин, ветер раздувается. Ну, давай, что-то дергает. Ветер дует, мешает нам. Ну, подними кивочка, давай. А? Если что-то надо будет на поплавок ставить. Опа! Ай, ёкарный бабай! Первый окушок клюнул. Меленький, е-мое. Нафиг ты нам надо? Ага, где наши караси? Так, по бабушку и дедушку такие нам не надо звери. Окушки крутятся, блин, окушки. Караси подходят посмотреть. Ну, окуня хорошие есть, подплывает. И караси хорошие подходят. Но их то ли окунь пугает, что они быстро так уходят. Окуня, видите, он крутится. Окунь крутится, карась крутится. То ли они нажрались-то уже, клевать не хотят. Вон, видите, окуня. Сейчас попробуем окуня на блесенку поймать. Карасики, вы там где? Карасики подходили. Опа, ребят, опа, есть поклевка. Да блин! Снова окушок, ёкарный бабай, ну что ж такое? Ну это уже побольше окуняра, видели, в камеру показала. Окуня, нафиг ты на... О, в принципе, надо зима, надо птичкам их выбрасывать. Птички, всякие зверьки будут кушать. Мы ж не жадные, пускай кушает, правильно? Правильно, так, добавляем снова мотылыка. Так, есть. Так, давайте, Нептун, давай нам карасей, а то сейчас... Пойду за джируши, блин, как жахну. И карпы начнут клевать, а не караси. Ну. Опс. Окушку мы можем половить на блесенку. Но нам надо аж карасику. О, смотрите, уже и клюет. Опа. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Ты елки-палки, снова окушара. Снова окушарик. Ну, окуни. Не надо нам вас, нам карасей надо. Блин, я так понял, окуня нам здесь покоя не дадут. А ну. Оп. Ну. А ну, окуня, давай. Опа, ребят. Фух. Блин.
Снова мелкий окунь. Это копать. Опа-на! Она. Уже клюет, смотрите, видите, останавливает. Опа! Е-мое! Снова эта мелочь. Но это же не дело, блин. Мы же за карасями приехали. Нам надо еда, а не зверям еду ловим. Так, наверное, надо идти, наверное, за первого сбитого. То будут снова доставать эти неуменяемые окуня. Блин, а там и на поплавок таскает. Здесь и на поплавочек таскает, елки-палки. Окуня на мотыля ловить — это последнее дело, как на меня. Окуня на искусственные надо приманки ловить, на всякие там. Ну, что ты там дергаешь? На блесенки, на безмотылки. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай, подымай, подымай. Оп-оп-оп, давай-давай-давай. Опа, блин, да елки-палки. Не, здесь без заджируши, наверное, дела не будет. Не будет. Хоп. Ё-моё, уже три, блин, пять штук. И одного выпустили, и два выпустили. Шесть штук уже или семь поймал. Ну, блин. Вот что, я думаю, сейчас исправит нам ситуацию. Сейчас, блин, нам Нептун даст. Ребятки, вы же знаете, за первого сбитого или когда не клюет, надо с термоса заджируши жахнуть чайка. У меня термокружечка. Блин. И оно потом дело пойдет, правильно? Блин, офигенные, ребят, что термосы офигенные. Я использую круглый год. Зимой чайок, летом холодные напитки, зеленый чай летом пью. Как раз то, что надо оно. Скотыняка. Ух! От ё-моё! Зверьё моё, а? Там же такие караси плавали, вы же видели, ребятки, а? Да это жесть! Да это просто... Ну как тут карася поймать за этими окунями, а? Ну смотрите. А ну сейчас попробуем чуть-чуть еще сюда бросить прикормочки. Оп, совсем чуток. Ой, пускай муть такую создает. Ух ты, ребят! Ух ты, ту-ту-ту-ту-ту! Потянула, блин, удочку, ё-моё! Мы перешли в другие места, на другие закормленные лунки, а то там нас задолбали эти окушки. Что-то клюнуло. Ё-моё! Ребятки, наконец-то! Наконец-то клюнула еда, вы посмотрите! Посмотрите какой. Во, народ, заджируши сработал и прикормочка. Небольшой такой, ладошечный карасик, подлюка. Как же я их люблю, ё-моё, люблю карасик. Вот таких, блин, десяток и все, и можно ехать домой. О, ну это же уже ж тема. Видали, закормили, и они пришли все-таки. Гады, пришли собаки бешеные. Все, добавляем мотылок, класс, тут... Окуня, самое главное, чтобы не доставали. Окуня, как синька. Как синька подлюки, а? Видели, как не дали нам карасей этих здоровых половить там. Хотя карась на прикормку собрался. Но за окунем он не успевал клевать. Ух, поднял кивочек. Ай-яй-яй, красотень-то какая, а? Ай-яй-яй, и сразу следующая поклевочка, только на соседнюю луночку. О, ух, красавчик какой, смотрите, какой черный, какой золотой карась клюнул. Видите, какой, какая расцветка красивая в нем. Этот уже побольше, чем тот. Блин, класс. Класс, супер-бомба-класс. Так, отдай, отдай мотылю. Чувак, зашли. Карасевичи на прикормочку. Бомба. Тусуется караси, подымался. А, он там, наверное, сидит. Опа, тогда. Видели, чуть-чуть приподнял кивочка и сел. Сразу же. Вот подлюка. И тут они нас нашли. Вот гадина, блин.
И заглотил, заглотил нашего мотылика. Ай-яй-яй, самое горло. Гад, видите, там самую горляндию заглотил его. Ух ты, ё-моё, ребят, видели? Чуть удочку не свистнул. Гад, пока смотрел там на соседнюю, то тут потянул. О, здесь уже хорошенький карасик там зацепился. Чувак, ты главное там не оторвись. Чувачок. О, ребятки, смотрите, какой. Чух. Класс. О, бой он дал. Во. Смотрите, какой красивый карасевич. Ой, как же я вас люблю, братаны, блин. Как же я вас люблю, ё-моё. Класс. Третьим будешь, да? А клевал на ту, на соседнюю? О, народ, это самый большой, да? А ну, о, смотрите, да? Мы все увеличиваемся, увеличиваемся и увеличиваемся. Ах, три карасика, это уже мне на полтора раза покушать. Я много не кушаю. Смотрите, какие красивенные братаны, а? Опа! Сейчас килограммовый клюнет, желез. Хопа, ребятки, вот и следующий пошел. Вот и следующий на ту же удочку. Эх, ай, красота, когда же они клюют, а? На прикормочку подтянулись. Иди сюда. Ой, блин, еще и такие вкусные, ребят. Вы посмотрите на это карасика. Это же самый такой жаровой, самый вкусный размер карася. Самый классный. Большого ловить хорошо, а вот кушать именно вот такие карасики, это же самый жир, самый такой, на ладошечку. Вот, видите, как раз он такой, ну, чуть-чуть больше ладошки. Но, блин, жаровой размерчик, жаровой. Сейчас, чувачок, мы тебе свеженького мотылика дадим. И все будет бомба. Оп. Хопа, иди до братану. Потихоньку работа идет. Потихоньку движемся. Оп-оп-оп. Опа, ребятки, видели? Вы видели, что происходит? Вот это караси подтянулись. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай. О, самый здоровенный. И посмотрите, какой он желтый, какой он красивый, блин. Смотрите, какие красивые здесь караси. Я на этом водоеме первый раз. Ну, иди сюда. Антону спасибо, что подсказал. Опа, Антоха с Киева. Спасибо тебе, ты смотри, какие карасики ловятся. Ребятки, видели? Золотой карасевич, елки-палки. Красивенький карась, да? Бомба. Ух, расцветка красивая. Я думаю, и вкусный будет. Да хорош тебе. Хорош, ё-моё, вымазывать костюма моего крутого. Отдай мормыху. Самый здоровый, да? Самый большой. Ух, 5 штук. Так вот уже вообще бомба, блин. Еще 5 и все, на неделю кушать. Опа! И следующий, и снова на ту же удочку. Ой, какая ж красотень. О, ладошечный, красивенький, как красик, чебурасик. А иди сюда. Перешел на соседнюю луночку. Опа, тут подкормили, и сразу же поклевочка, буквально минутка. А то там уже прикормку выжрали и поуходили. Хо, ребят, смотрите, кругляши какие. Еда, блин. Еда клюет, еда. Красивая еда. Ай, блин, а слышите, народ, как он пахнет уже жареным. Такие, вкусные карасики. А еще б туда лучка, то тут вообще цены ему не будет. Да дайте крючка. Опа! Видели, ребятки, поклевку? Такая легенькая, я же говорю. Он подходит там, где прикормочка лежит. Пока ее не сожрет, клюет и на мотыл. Снова на соседней луночке. А та вон стоит удочка. Сейчас и ту, наверное, сюда. Опа! И ту сюда перенесем. Смотрите. Ай, красавчик, красавчик.
Опа. Ой, такие самые вкусные клюют, самый вкусный размер. Опа. И следующий пошел. Ай, карасики, как он там упирается, не хочет плыть к нам. Иди сюда, ай, бешеный какой, ай. Хобана! Ух, жаровой карасик, чебурасик очередной. Девятый будешь. Ребят, еще, если бы еще сходы, уже, наверное, десятков два их было бы, этих карасиков. Карасики зашли, блин, четенько на прикормочку, четенько. Вот такая работа, вот такая фигня. Опс. Ай, красавела, ой, красавела. Блин, у меня аж слюнки текут, ё-моё. Я же говорю, я, блин, так их люблю, что я его тяну, он мне пахнет жареным. Ох. Ух ты, народ, смотрите, смотрю, удочку хотела своровать. Ё-моё, только отошли, и тут сразу клюет, а. Ох, и караси, блин. Ох и караси. Опа! Бомба. Все, этим карасиком, наверное, надо и завязывать. Хорош. Хорош уже их мучить. Ну что, народ? Видели, не дает рыбка, блин, уехать. Мы еще подкормили, я ее еще подкормил полчаса назад. И снова карась подтянулся и начал валить. Тут конец кино не дает записать. Что сказать? Еда поймана, удовольствие получено. Ну, короче, все, блин, просто шикардос. А вы там сидите на диванах, давайте своих диванов сползайте на рыбалочку. Все ловится, судак ловится, карась ловится, щуки ловятся. Ребятки, не сидите, давайте вперед. И банда, снимали этот фильм вместе с оператором. Пробуем оператор, парень. Женя мне написал самый первый. Сейчас посмотрим, как он кино заделает. Вы там напишите в комментариях, как вам фильм понравился. Залайкайте там. Если понравился, все, Женю оставляем на постоянку. Ну и вы знаете, ребят, все, что вы видели в моем видео, прикормки, снасти, экипировочка. На экипировочку Бафт Кайлос костюмчик, ребятки. Стрейчевый костюм, блин, охрененно дышащий, охрененно водостойкость. Короче, я на него там внизу под видео оставлю вам ссылочку. Там и на термобелье бафтовское, и на флисовый костюмчик, на все. Короче, на все ищем ссылочки внизу под роликом. Ну, а я на сегодня с вами буду прощаться. Надо ехать жарить карасей, блин, с лучком. Все, выезжайте на рыбалочки, не сидите дома и помните, время, проведенное на рыбалке, в зачет жизни не идет. И на рыбалочке вы никогда не заболеете ковидом. Так что возьмите на заметку, ребятки. Всем ни хвоста, ни чешуи. С вами был канал Клуб Рыбаков. Михалыч, всем пока-пока.